Итак, ребята, всем привет. Я нахожусь в этом самом Гожа. Да. Хотел снять вам видео о том, где я нахожусь. Потому что все время так, блин, быстро. И нету времени заснять. Вчера целый день на рыбалке, так называемой. Сегодня решил устроить день отдыха. Наверное, побуду, просто не вылазить, никуда не буду, посижу здесь, послушаю птичек. И, может быть, даже заброшу здесь удочку. Ну, прямо за мной есть река, так что зачем особо рыбалки на реку ездить за деньги, если вот река рядом. Покажу, где устроился, как устроился. Для тех, кто захочет поискать, как я бы, я вот ехал, городок новый, я не понимал, извиняюсь за выражение, куда я там приеду и все такое. И где мне устроиться. Наконец-то я устроился. Нашел это место, мне понравилось. Все-таки в всех местах просят там 4 тысячи, 5 тысяч. Ну и побольше, да, за день. А если ты один, и тебе надо место такое подешевле, скажем так. Ну зачем одному тратить, чтобы где-то переспать и потом бегать. То я нашел вот такое место, мне очень понравилось. Так что кто живет в Аргентине, оставлю здесь под видео. На телефончике, как говорят, ubicación, то есть где это находится, чтобы вы могли приехать. Я так понимаю, у них есть 6 таких вот комнат, что ли, кабанес называется, рефугиос. Вон, видите, там сами вот двое живут, то есть эти хозяева, есть такой дворик и 6 таких комнат, которые они сдают, потому что я так понял, вот это вот тут 3 за вот этими кустиками. 3 номера есть. И есть 4, да, и 3 номера вот с этой стороны, на, как говорится, Vista del Rio, то есть с видом на реку. Вот, которых мне и понравилось больше всего вот эти 3 номера еще. Сейчас я покажу один из моих. Сейчас 7 утра. Народ, если кто есть, еще спит. Так что особо не шляется. Я даже сейчас вам расскажу еще одну историю. Значит, вот смотрите. Балкон. Сегодня я хочу с него порыбачить. Сегодня у меня такая идея. Порыбачить с этого балкона прямо вот здесь. И попробовать, клюет тут что-нибудь, не клюет. Это уже разберемся. Значит, чем мне еще понравилось, ценой, я же говорю, здесь я устроился за 1000, за 1200 с завтраками. Сейчас мы еще даже и завтраком определимся. Я сейчас сначала покажу все, как здесь. Вот такая комнатка. Смотрите. Такая комната у меня. Вот тут я заряжаю батарейки, все. Нормальное. Теперь тут нету кухни. Ну, в таких вот комнатах нет кухни. Есть холодильник, чтобы вы свои вещи положили. Да? Есть посуда, чтобы вы тут могли что-то покушать, помыть. То есть вот они принесли мне чистую посуду. У меня вчера целый день не было. Я приехал, смотрю, а в комнате что-то поменялось. То есть я шторы закрытые оставлял, шторы открытые. А они зашли, поубирали. То есть постель мою застелили, поставили мне вот тут вот салфетки, ложки, вилки. Оставили вот чашки с тарелками. Написали мне записку, положили здесь вот. Оля Ледехо, аки лас косас де десажуно, ай отрас косас эм ладера, и те пидо, ки ме ависес, арарио, ки оно. Написала, что она мне оставит мой завтрак, вот мой завтрак, да, и еще кое-что оставила мне в этом самом холодильнике, из этого завтрака, так сказать, вот, а что она мне оставила в холодильнике из завтрака, вот. Смотрите, какая-то типа сметана, касан-крем. И какое-то дульсе, повидло какое-то.
Вот. И сказала, чтобы я и еще какую-то газировку, которая там замерзла и стала ледом. И сказала, чтобы я ей, ну, попросила, чтобы я ей сказал, в какое время я завтракаю, чтобы она мне готовила к этому времени, и она будет оставлять мне на кухне. Сейчас я вам покажу кухню. Дальше. Дальше. Здесь полки такие. Вот полотенца всякие, там туалетная бумага, вон стоят стопки, одеялка какие-то. Существуют, еще не знаю, там для чего эти вон там подушки. Туалет обычный наш, как говорят, аргентинский, для путешественников туалет. И вода, это я, наверное, не сильно зажал, точно. Вот я уже с утра только проснулся. Душ. Горячая вода существует, присутствует. Ну вы понимаете, что гоже городок маленький, сюда едут только рыбаки из-за реки, из-за парами, чтобы ловить суруби. Сейчас не сезон, мы не поймали, но летом то да. И вот такая спальня, которая тоже с видом на речку, окна открываются, с кондиционерами, вон один кондиционер, вон там второй кондиционер, он работает, я попробовал, вентилятор сверху есть. И поспать. Вчера я же говорю, они вот так вот. Вон там кровать и здесь кровать. Кровати, конечно, я не знаю. Ну, не все прямо так шикарно. Это не шикарный этот. Но он стоит 1000, в 4 раза дешевле, чем все. А 1200 с завтраками. Причем за кроватей, видно, их раздолбали вот эти вот. Я уже... Вот эти вот... Ну, вы понимаете, да, чем они их раздолбали. Смотрите. Видите? Она не падает, но она все время стучит в эту стенку. Я только поворачиваюсь, она так бум. Я уже думал, там если кто живет, наверное, блин, не знаю, что обо мне думает. Только ты хочешь там повернуться, смотрите. О, она, видите, как играет. И ты там поворачиваешься, она там. О, бум, ночью, бум. Надо ее чем-то придвинуть. Она вот повивала все. То есть тут люди, это самое, ведут здоровый образ жизни. Разбивали свои кровати, уже все надо как-то ее так, чтобы она так придвинута была, чтобы она так не стучала. Бо это ночью, когда вот она такой гуп, я думаю, сейчас сосед прибежит. Начнет ругаться, что ему в стенку стучат. Ну, правда, никто не прибегал. А я сейчас посмотрел, ключ снаружи торчит. Наверное, сосед уже нету, наверное, у меня соседа. Как-то я видел вчера или позавчера. А сейчас смотрю, ключ снаружи торчит. Наверное, там уже никого и нету, может, он уже уехал. Может, я тут вообще один в данный момент. Сейчас мы пойдем в кухню с вами пронюхаем и посмотрим, что там есть. И мне кажется, я смотрю, там на одного оставлено что-то. И мне кажется, что это даже вообще для меня. Если собака вот сейчас впереди не съест, то может даже для меня. Значит, рассмотрим кухню. Вот собака. О, собачка пирожок уже утащила. Больше всего, что она мой утащила пирожок. Видите? Правильно, не надо кухню оставлять открытую. Вот, на одну меньше пирожок будет тому. И больше всего, что это мой, он утащила. Смотрите. Кухня вот такая. Видите? Вот. Так как я сладкого не ем, пирожков всяких таких, так что я не обижаюсь на собачку. Тут есть телек, можно посмотреть все. Вот называется как место, называется вот так. Рефухио дель Рио. Смотрите. Здесь вам готовят завтраки. Еще завтраки состоят, если собачка не утащит. Вот, завтраки состоят из того, что собачка утащила. Вот, видите, она похрумала. Но самое интересное, что она, блин, разбила еще этот. Она разбила еще тарелку. Вот, горячая вода. Горячая вода. Кофе, чай. Смотрите, как вкусно все. Кофе даже написано есть. Видите, растворимый кофе стоит, чай. Вот этот, эти вот штуки. Клубника. Яблоки, этот самый. Вон она, смотрите, снова бежит. Хочет, она еще не доела, не все пирожки съела. Вон она уже мчится снова сюда.
А я двери закрыл. Так, значит, и горячая вода, я так понимаю. То есть кофе, в принципе, я приду, воды горячей наберу, попью. Все остальное не знаю. Тут все сладкое для меня. Ну, я все равно заплачу за 200 песо, ты мне принял. Я сказал, коди, мне говорю одинаково, коди сажуно, ксим де сажуно, то есть кон, или с ним, или без. Но тут уже надо собачке еще отдать. Он, ну, видит, как она. А бедная теперь мучается, а вообще у нее теперь взрыв мозга. Она только передо мной спела, забежала, видели, мы шли, она забежала, так шустро это все схватила, разбила и утащила. Вот сразу. Успела. Так, это если кто-то хочет, ну, как бы позагорать, то можно взять вот стульчики. Теперь еще тут можно готовить. То есть вы сами все готовите. Ага, вот собачка еще тут успела в мусорку сначала заскочить, а потом уже на мою накинуться. То есть она тут похозяйничала. Здесь написано, пожалуйста, ну, типа, чтобы все было хорошо. Теперь здесь есть, смотрите, какая одуренная плита, печь. Есть куча посуды, которую вы пользуете. Вот. Вот вся посуда для путешественников стоит. Так. И парижи, чтобы готовить, есть. Вот они, эти парижи, даже с подсветкой. Так что, в принципе, все крутенько, все крутенько. Я хотел так более подробно пройтись, заснять. Заодно получился трэш с этой собачкой. Вот, надо все время тут закрытые держать. Вот, они так вот еду оставляют. Хорошо, она в мою комнату не забежала, не села, там еще все. Но, в принципе, меня тут интересует на данный момент такая горячая вода, которую я наберу сейчас в термос. Приду сюда с термосом. И все. И у меня все есть, так что. А собачка противная, я еще хотел сосиску дать. Она, блин, видите, какая шустрая. Она уже позавтракала. Ладно, у меня кофе свое и все такое. Хорошо, значит, я вам все показал. Сегодня мы займемся здесь рыбалкой. Вот. Даже написано Mercado Pago, кто понимает. Primo Sport Fishing. Так, что тут? Там из Тархета, Mercado Pago Point. Ух ты, круто. Не, какая Тархета. Так, тебя, я так думаю, уже сегодня не кормить. Ты уже покормилась. Ну-ка, не хочешь даже сказать привет каналу моему? Не хочешь. Чувствуется, блин, чье сало съела. Побежала. Ладно. Будем готовиться к этому, к рыбалке. Так что всем пока.